Вот таким вот образом постепенно, одна за одной, заливаются все сваи. У меня их 30 штук. Вот они все. Так. Ну что ж, дальнейший этап — это выкапывание траншеи под гравийную подушку и ленту, которая будет на 30 сантиметров в земле. А точнее не траншею, а выкапывание вот этих перемычек между сваями. Пока я заливаю сваи, мой помощник уже начал копать. Вот таким вот образом это выглядит. Глубина траншеи получается 450 миллиметров. Вот шнурка — это уровень земли. Вот от этой шнурки 450 миллиметров, из которых 150 это гравийная подушка будет, и 300 сантиметров это лента, которая будет под землей. Закончил я гравийную подушку. Дело довольно трудоемкое с таким видом фундамента. Проблема заключается в том, что вибрировать приходится короткие расстояния между сваями. Мешает арматура. То есть вибрируется кусок, переставляется вибромашинка и опять вибрируется кусок. Нашел самую маленькую машинку. Вот таким образом вибрировать сложно. Она собирает в кучу гравий. Вибрировал таким способом. Ставил вот так машинку. И провибрировав место, переставляя. Потихонечку вот так вот все провибрировалось. Делать это нужно как минимум вдвоем. Один работает с машинкой, другой подвозит, подсыпает гравий. Один вибрирует в одном месте, помощник подсыпает сюда. Передвигается машинка, подсыпается в эту сторону. И так вот послойно вибрируется. 150 миллиметров вибрировал в три слоя. Вот такой вот вид получился. Вот такая машинка, самая маленькая, которую нашел. Не знаю, может быть, ногой получалось бы быстрее и проще, но ногу в своем городе я не нашел. В Волгоград ехать за ней как-то не захотелось. Ну, вот, в принципе, вдвоем за два дня вот это все, весь объем сделали. Щебня уложили тонн, наверное, 15. Работая вибромашинкой, обязательно нужно не забывать одевать бутылки на арматуру. Потому что крутишься, вертишься, об арматуру голую порезаться очень легко. Особенно, которая резана болгаркой. Режет как лезвие, и можно вообще минимум порвать одежду, максимум получить большой порез или вообще там наткнуться, сесть на нее или еще что-то в этом роде.
Так что бутылки спасают просто очень хорошо.